Park volunteer program. На двоих, не надо. Ну да, там как бы она... Скажи, что еще нам надо. Нам дали такие разукрашки. Скажи. И надо сеть с Coast Guard. Разные уже корабли. Уже мой не отстегнется. Не застегнется. Что в корабле там, что такое. Будешь. Что, где наше место? А, 200, место 230. Есть. Сейчас пойдем искать. Подъедь ближе. Я хотела, чтобы ты к воде подъехал. Боишься? Да, никого нет, так? Нет, никого, давай. Ну как, мальчика, нравится? Кипяток. Обжигает прям. Ого-го. Чуть похолоднее. Какая вода холодная. Это Long Beach, длинный пляж. Мы сегодня проснулись в 2 часа ночи. Проснулись. Мы не во сколько не проснулись. Мы даже не просыпались. А кто-то не ложился. Мы сюда ехали 5 часов. Но мы не пожалели. 5 часов, да. Но почему-то должны были быстрее приехать, но почему доехали 5 часов? Дети довольны. Долго ехали, да. Ну ничего, вот зато приехали. Диска, ты покупался бы в этой водичке? Да. Что это за собачка? Эва. А вот я видел воды валю. Thank you.
Это кто так высоко забрался? Это мы. Привет. Это мы. Вы уже спускаетесь? Где вода с океана? Вода с океана исчезла. Где вода? Океан исчез, спрятался. Ой, отлив. Держись. Это использование Lexus по назначению. Ну что, а как покатались? Круто. Круто? Уже вовнутрь туда, наверное, зашел, да? Да, сейчас руль проверим. Маман, ты проверь. Да, как-то, да, видишь? Наше первое утро. Лавка мокрая. В обуви заходи, давай. В обуви заходи, быстрее. Кто тут спит? Кто тут спит? Никто. Доброе утро. А мы с Дэнием пришли будить вас. Давайте просыпайтесь уже. А мальчик, просыпаться. Уже костер делаем. Дениска, сейчас будем костер делать. Ну что, мальчик, а почему ты такая грустная? Потому что. Ну почему, скажи? Ну, то. У вас мокрая палатка? А наша нет, смотри, наша не мокрая. Почему? Может, у нас толще? Знаете, что я вам хочу сказать? Если что-то... Если вам жарко, то... мой нет росы, но зато палатка тоже мокрая, потому что она потеет. Да. И пот, это так жарко. А если ваша будет мокрая потом? Высушим.
Папа спрашивает, остаемся здесь до воскресенья или поедем домой? Остаемся до воскресенья. Все, идем в офис, говорим. Я ему навалял, он там валяется, я его думаю. Что там жизнь здесь, как холодно. Сегодня утром вода отошла очень далеко, и можно было зайти за угол. Я зашел за угол, и там видно маяк. Сейчас вода пришла немного. Я не знаю, или она как обычно здесь вода, или она придет еще дальше туда. Но рано утром был отлив очень сильный. Так хорошо.